Мы продолжаем акцию «Битва за жизнь», в которой предоставляем слово ветеранам тыла. Наш следующий герой Леонид Ваксман сегодня проживает в Рыбинске. В годы войны он оказался в Сталинграде. Своей историей поделился с нашей съемочной группой. Уходили из Вележа мы практически без ничего, на что ходил отец, мать, я старший брат, средний брат Сёма, младший Витя. Мама была на последнем месяце беременности. Пришлось уходить нам проселочными дорогами, так как основные дороги уже занимали немцы. Через реки отец переплывал, перенося нас на себе. В станции Орша в это время, значит, началась сильнейшая бомбежка. Мы остались возле эшелона, который собирали куда-то. А отец взял маму, и они с ней, и с младшим братом пошли в санпункт, так как у нее начались роды. Бомбежка была сильнейшая, с обстрелом, и, значит, какие-то взрослые схватили нас, меня со средним братом. И мужчина затащил нас, буквально силой затащил нас в вагон. И мы уехали. Так мы расстались с родителями практически на всю войну. Меня сразу же отправили в Сталинград, в ремесленное училище при военном заводе «Баррикады». Завод этот изготовлял артиллерийские орудия. А во время войны, вернее, в начале войны, туда прибывали для ремонта бронемашины, танки. В июне месяце 42 года нас отправили, тех, которые постарше ремесленников, на рытье окопов вместе с мирными жителями. Кто-то закричал, что идут танки немецкие. Мы были счастливы, когда увидели, что танки недалеко от нас, видимо, они увидели более подходящее место, и развернулись и прошли мимо. Какой я сделал вывод из своей длинной жизни, что нужно делать все, чтобы не было войны. Потому что это самое страшное, что может быть в жизни человека. Когда теряешь родных, близких, когда уходит жизнь.